Сегодня стало известно, Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода, до 31 июля 2016-го. Решение принято на заседании послов стран ЕС. Как сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источники в Брюсселе, все ограничения сохранены в неизменном виде. Официальный документ будет опубликован на следующей неделе. Между тем, в Европе все больше людей, которые считают политику руководства Евросоюза лишенной всякого смысла. Сегодня депутат Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который вместе с другими парламентариями находится с визитом в Москве, заявил, он намерен предложить коллегам принять резолюцию о неэффективности антироссийских санкций. С политической точки зрения, санкции в отношении Российской Федерации ни к чему не привели. Ситуация на Украине за это время не изменилась. Они лишь приводят к ухудшению состояния экономик как России, так и самой Европы. Как можно просить страну о помощи в борьбе с террористами и одновременно вводить против нее санкции? Это нелогично. Тьерри Мариани, который в составе французской делегации был этим летом в Крыму, намерен вновь посетить полуостров. В его планах отметить в Севастополе День военно-морского флота России.